Пища на нашем столе может быть родом из далеких морей и гор. Чтобы попасть на наш обеденный стол, ей приходится преодолевать километры препятствий. Океан. Последнее охотничье пристанище человека. Некоторые ученые считают, что через 50 лет рыба в морях будет истреблена. Рыбак из Чжэцзяна Ян Шилу считает, что море будет кормить нас в течение еще 10 лет. Спустя 3 месяца с начала действия моратория на лов рыбы в Восточно-Китайском море, сегодня первый день рыбалки. Это крохотная лодка для двоих. Каждые 4 часа она идет со скоростью 60 узлов. Пара рыбаков забросила первую сеть. Залив Саньмэнь находится на побережье восточной части провинции Чжэцзян и когда-то был богат рыбой. По лунному календарю скоро 15-е сутки, и наступает половодье. Будучи более хрупкой, жена начинает страдать от качки. Когда они уходят в море, муж берет на себя все помимо рыбалки, от разведения костра до готовки. И так уже на протяжении 20 лет. Зажаренные белые крабы. Вскипятить воду и добавить лапшу. Простой ужин, за которым следует 6 часов тяжелого труда. Это первая сеть после принятия моратория. Она крайне важна. Зарабатывать деньги в море очень сложно. Чтобы оно приносило прибыль, нужны неимоверные усилия. Поднимаем якорь, тянем сеть. Сеть находилась под водой 20 часов. Но улов неутешительный. Наконец попался морской лещ. Но ускользнул. Прошло 6 часов, но ни одной рыбы не поймано. К счастью, им есть что ловить в море, помимо рыбы. Море, как всегда, очень щедро. Моя семья из 3 человек зависит от этой лодки. Без моря нам будет не на что жить. 50 килограммов улова. Вот их награда за день и ночь, проведенные в море. Через 10 часов эти крабы появятся в ресторанах города.